разбираться, я не трезвый водитель. Можно водить быстрее, но нет машины. Водите быстрее, если нет машины. Я засмотрелась просто. Присаживай. Можно водительскую стрельну, например, на машину подать. Люди, только меньше, стараться не производить. Пара что-то не работает. Раз водитель, это дорожный патруль, что мешал. Раз не производить, а что применять? Службы, сержант Савин, операция не трезвый водитель. Можно водить пустынницу на машину тогда. Ну как, все нормально чувствуешь? Слышно ничего не понимаю. Да, все в порядке. Те люди, которые садятся за руль в нетрезвом виде, вот ваше отношение к этому? Ну, они изначально преступники.